Вот эта вот часть с 1 по 6 сейчас уже в финальной стадии. И это лишь малая часть Большого Путилково. Проектом застройки предусмотрено более 1 000 000 квадратных метров жилой площади. Но пока работы завершаются только в первой очереди. Срок ее сдачи в эксплуатацию сдвинулся из-за пандемии на год. Поэтому ключи дольщики, а также переселенцы из аварийного жилья начнут получать в августе этого года. Комплекс посетил глава округа. Осмотрел Алексей Спасский не только коммерческое жилье, но и строящийся детский сад на 250 мест. С точки зрения проблематики ускорения скорости строительства социальных объектов, потому что по жилью они практически в графике, там отставание есть от срока ввода домов, но небольшой, буквально месяц-полтора. Скорость ввода социальных объектов все-таки недостаточна. По словам подрядчика, строительство и процесс передачи садика в муниципальную собственность обещают завершить до конца года. В настоящий момент готовность объекта 70%. Осталось смонтировать инженерные системы, провести отделочные и фасадные работы, а также благоустройство. Начато в Большом Путилково и строительство школы на 1250 мест. Их должно быть 4 в микрорайоне, где будут жить 37 000 человек. Проектом предусмотрены также еще 9 детских садов.